Городские достопримечательности готовят к весне. Работники спецэкосервиса привели в порядок памятники в центральной части Владикавказа. Работу начали с монумента основателю остинского поселения Дзаугу Бугулову. Следом очистили бюст российского государственного и военного деятеля, участника гражданской войны Семена Штыба. Самым трудоемким из-за размеров был памятник Владимиру Ленину. Пришлось даже использовать автовышку. Мы ежегодно 2 раза чистим памятники. Обычно бывает в межсезонье, весной и осенью. Но в этом году погода позволяет нам чуть раньше начать эту работу. И вот мы сегодня чистим Бугулова памятник, Штыба и Ленина. И уже, допустим, когда летом, если бывает необходимость, то мы, естественно, выгоняем машины и повторно чистим памятник. И все остальные памятники тоже будем приводить в надлежащий вид.